Таким образом, есть хороший велосипед и плохое седло. Палка в попе, я бы сказал. А советские велосипеды плохие, но там очень хорошее седло. Вопрос, как эти две штуки соединить? Да просто. Берете и ставите. Как ставить? А вот так вот. С седла советского выбрасывается крепление и ставим ее в крепление вот этого велосипеда. Все, ничего не надо добавлять. Просто снял то крепление, установил на это все. И будет вам для вашей попки постоянная амортизация. Пользуйтесь на здоровье. Всего вам доброго.